Расходы на освещение мест общего пользования раньше входили в оплату за жильем. Теперь же это отдельная статья, которая будет и рассчитываться по-другому. Причем расчеты для каждого дома должны производиться индивидуально. Оплата за электроэнергию в местах общего доступа населения зависит от площади этих самых мест наличия в домах, лифтов или дополнительного электрооборудования. Местами общего пользования считаются лестничные марши и клетки. Чердаки и подвалы в эту категорию не входят. Итак, для обычной пятиэтажки оплата будет начинаться примерно так. Данный норматив 2,11 киловатт-час на метр квадратный мест общего пользования. Умножается на места общего пользования по всему дому. Получается вот те киловатты, которые необходимы на места общего пользования по нормативу именно для данного дома. И далее умножается на тариф 3,38. Расчет за УДН будут у нас производить именно управляющие компании. Оплата по общим нормативам, установленным региональной службой по тарифам, в перспективе должна уйти в историю. По мнению специалистов, такая система не дает стимул населению экономно расходовать электроэнергию. Поэтому сегодня в многоквартирных домах начали устанавливать счетчики для фиксации расхода электричества в местах общего пользования. По плану городской администрации, к 1 января 2013 года такие счетчики должны быть установлены во всех домах. Специальная дополнительная оплата жильцов не требуется. Специальная статья расходов уже предусмотрена в управляющих организациях. В домах, где управляющие компании подходят к делу грамотно, устанавливаются не только счетчики, но и экономные системы освещения. К примеру, здесь свет загорается лишь на минуту, когда в подъезд входят люди. Екатерина Станиславская, Дмитрий Пинигин. Время новостей.